Югре пройдет Обилимпикс. Это региональный чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Проводится он по 41 компетенции на 17 площадках учреждений образования в 6 муниципалитетах округа. В соревнованиях примут участие около 360 конкурсантов. От слесарей, дизайнеров и пекарей до учителей, массажистов и каменщиков. Оценивать работу будут более 200 экспертов. В этом году в чемпионат ввели новые компетенции. Среди них ногтевой сервис, жестовый искусство и ландшафтный дизайн. В рамках деловой программы запланированы семинары, где представят инклюзивные практики обучения и трудоустройства. Напомню, Обилимпикс — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта образования.